Эфир телеканала «Беларусь-4» «Гомель» продолжает новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» готовится к предстоящему сезону в одном из санаториев в поселке Чонки, недалеко от областного центра. Сбор продлится 2 недели. Под руководством Сергея Цыганкова гандболисты тренируются в двухразовом режиме. С утра команда приезжает в Гомель в легкоатлетическом манеже, беговая подготовка. Вечерняя тренировка проходит уже в Чонках. В межсезонье команда лишилась двух игроков основы – Дениса Волынцева и Алексея Ушала, пополнилась молодежью. 5 воспитанниками гомельского гандбола – Андрей Климовец, Игорь Кожедуб, Дмитрий Бегун, Эдуард Ярош и Алексей Карловский – осваиваются в первой команде. Вернулись в строй Глеб Степанов, Александр Буйкевич и Дмитрий Смоликов. Это, несомненно, усиление. Гандболисты из-за серьезных травм пропустили практически весь минувший сезон. И уже успели порядком соскучиться по гандболу. Стараемся влиться в состав. Вот, и показать хорошую игру, достойную. А задача как бы для себя на сезон – поддержать команду, в чем смогу, как бы помочь. Ну и постараться помочь команде, чтобы занять второе место. Предстоящий игровой год обещает быть очень насыщенным. Во-первых, меняется схема проведения чемпионата страны. Стадию плей-офф упразднили, так что теперь не будет проходных матчей. И каждое очко на вес золота. Увеличивается количество самих игр. Еще один фронт – Еврокубки. Команда Сергея Цыганкова заявилась в Кубок вызова ИГФ. В 1/16 финала соперником гомельчан будет вторая команда Исландии – Вестмана Эйр. Первая встреча команд состоится 18 или 19 ноября в Гомеле. Через неделю ответная уже в Исландии. Команда, ну, если так взять, опытная, опытные люди играют, мужики, можно так сказать. Команда заняла второе место в прошлом году в чемпионате Исландии. Вот. Ну, честно говоря, мы еще не готовились к ней, так просто информационную так, посмотрели. Поэтому ближе уже, наверное, к октябрю месяцу начнем изучать более подробно соперников. На паркет Гомельского дворца игровых видов спорта гандбол вернется уже совсем скоро. С 8 по 10 августа в областном центре состоится традиционный международный турнир. Кроме хозяев, участие в нем примут гродненский «Кронан», запорожский «ЗНТУ», ЗАС и недавно созданная команда из Москвы. Белорусские акробаты завоевали серебряную медаль 10-х всемирных игр, которые проходят в эти дни в польском Вроцлаве. Гомельчанин Артур Беляков и брещанка Ольга Мельник показали второй результат в соревнованиях смешанных пар. Лучший результат лишь у пары из России. На третьем месте дуэт из Великобритании. Эта награда стала 5-й в копилке Беларуси на этом старте. В 10-х всемирных играх принимают участие 4500 спортсменов из 111 стран мира. Они разыгрывают медали в 36 видах спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр. Закончатся всемирные игры 30 июля. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».